Ребят, всем большой привет! Сейчас 9 мая, и я решила записать вам влог на камеру, потому что это такой очень важный день. 9 мая, значит, день Великой Победы. Заказала шарики цвета российского флага и буду с ними снимать всякие крутые штучки. Сейчас мы едем в парк Горького с Оском. Итак, ты готов? Всем привет, это Оск. Всем привет, это Карин. Вот, и мы с полной шариками машиной едем. И с армянской музыкой. Мы сейчас будем пытаться вытащить шарики из машины. Еле как их запихнули, еле как их вытащим, собственно. Много порвалось, очень много. Вот такая штучка у нас. Извините, зачем вам так много шариков? Чтобы поздравлять. Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу. Шарики выгуливаешь? Да, а чем ты их кормишь? Нет, я придумала шутку, которую поймут мои подписчики. Это дети Альберта. Знаешь, Альберта? Я тоже знаю. Дельфин который? Да. А чем ты их кормишь? Я еще их не кормила. Вы попадете во влог, так что можете передать привет. Привет! Это Карина. Мы гуляли просто по парку музеону. Так. Минут 10 стояли, наверное. Да, я видела. Я дурочки. Просто... Просто с праздником вас! Спасибо, спасибо за смелость, так сказать. Вот. Не каждый подходит. Подожди. Пьем. Это что, ты подрёт? Гуляем, летаем. Да, всеми любимая Тата Миграбян снова в эфире. Ребята, жду комментариев, реально. Жду. А мы тоже ждем. Ты что-то не договариваешь. Карин, ты всех так любишь просто. Нет, она меня любит, потому что я хорошая. Не, ну, не знаю. Ребят, а можно вопрос? Извините, а вот 9 мая празднуете, да? Да. Вы чувствуете гордость за страну? Да. А как вот вы ее чувствуете? Вот так. От сердца просто, да? Да. А вы? Рексата. Во-первых, журфак. Самое вкусное мороженое. О, понятно. Итак, все же, может, о дедах и прадедах? Привет, парочка. Красиво, воу, да, супер, супер. Это Ирина Байгозина, знакомимся. У меня бабушке 91 год, и сегодня мы празднуем с ней 9 мая. Давайте все вместе пожелаем. Давайте будем праздновать с ней 9 мая еще 91 год. Да, я согласна. Ты ешь? Нет, можешь похрустеть на камеру? Сейчас. Опа. Сергей. Спасибо дедам за великую победу. А еще за что спасибо? За мирное небо над головой. Конечно. За возможность того, что мы можем гулять сейчас, путешествовать. Конечно. За всем я спасибо большое. Я деда читал сегодня, братан. Это довязал он. Да. Полина. Мне нечего сказать. Ну что, кто тут у нас по руку идет? Грустняшка. И так, привет, подруги, снова. И два красивых мальчика. Мальчики, друзья, загорелые. Расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас в Москве, да? Сегодня праздник, 9 мая. Как вы поняли, что я в Москве? Ну, это просто догадки такие.
Спасибо.